Подготовка ко Дню Победы идет полным ходом. Во Владивостоке уже с утра в центре прошел генеральный прогон парада. Несколько прилегающих улиц были перекрыты, из-за чего многие жители дальневосточной столицы попали в пробку. В социальных сетях приморцы делились видеокадрами с репетиции. По традиции, жителей и гостей города ждет парад кадетов, курсантов, военных и военно-морских училищ, военнослужащих, а также показ военной техники. Сопровождаться шествие будет оркестром. Репетиции также проходят и в других населенных пунктах Приморского края. В Фокино с раннего утра под торжественную музыку прошел генеральный прогон личного состава гарнизона. Парад проводит командир космических войск и капитан первого ранга, начальник местного военного гарнизона. Ура! 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 В шествии также примет участие отряд юноармейцев. Молодые ребята с гордостью стоят в шеренге, отдавая дань ветеранам. Здесь практически все готово. Остались последние штрихи. Озеленители высаживают в клумбы цветы в виде звезд. Приморский край вместе со всей Россией уже совсем скоро отпразднуют 79-летие Победы в Великой Отечественной войне.